Йоу, ребята, всем привет, с вами Ганс и Resident Evil 2 ремейк. Да-да-да, он самый, наконец-то. Ну ты, конечно же, знаешь, что игрушка выходит 25 числа, а сегодня у нас с тобой только 11. И, к сожалению, это всего лишь демо, но мы с тобой его сегодня максимально постараемся посмотреть, чтобы было максимум классного и эпичного контента. А ты пока поставь свой самый сочный, зловещий, мощный лайк. Погнали. Опа. История. Да, давай сразу. Да, у нас 30 минут всего. Только что в правом верхнем углу это было показано. Полная версия игры может отличаться от этой демо-версии. Вы сможете играть в пробную версию один раз, не более 30 минут. В демо-версии можно играть только при наличии подключения к интернету. Но оно у нас есть. К счастью, мы живем в 21 веке. Для Леона С. Кеннеди это должна была быть лишь короткая остановка на заправке сразу за городом. Именно тогда молодого полицейского окружили волны зомби. Вместе с новым знакомой, Клэр Редфилд, Леону удалось добраться до Рокун-Сити, где судьба тут же разделила их. Пробираясь по улицам города, Леон смог добраться до полицейского участка, но так ли там безопасно? Надеюсь, нет. Осмотритесь вокруг. Блин, графония мне нравится. Он очень похож на Resident 7. Осмотреться. Так, погоди-ка. Это чьи следы крови? Наши? Нет, бег это вперед зажать. Эй! Есть кто-нибудь? Погоди-ка. Мне нужно включить инверсию. Я не могу так играть. Так, камера. Инверсия. Да. X, Y. Ну-ка, проверка. Правильно я понял, нет? Блин. Не то настроил. Погоди-ка. Вот так нам нужно. Да. Все, отлично. Теперь мне удобно играть. Сколько у нас времени? 29 минут осталось. Во, другое дело. Так, давай смотреть, что здесь есть. Так, это что у нас? Патроны, да? Объединить. Да, объединить. Красота. Печатающая машинка. Как же это все навеивает старые воспоминания. Здесь же должно быть хоть кто-нибудь. Оп! Уже зомбаря одного видим. Плохо дело. Дэвид, Марвин, слышите? Я нашел выход. Все вот здесь. Все или он? Я просто смотрю на заставку и... Вышли подкрепление. Восточный коридор. Чувствую, мы сейчас с тобой туда и пойдем. Я должен ему помочь. Надеюсь, поможем. Успеем. Так, просмотреть. Посмотреть на карту. На карте отображается не только ваше текущее местоположение. Здесь также можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Окей. Ол. Нам с тобой нужно вот сюда. Комната смотрителя. Странно. Возможно, туда. Так, ящик, окей. Печатающая машинка нам не нужна, нам кажется, ей даже нам не дают воспользоваться. Но, скорее всего, это потому, что у нас нету ленты. Окей, блин, вообще. О! Это как в 7-м Резиденте-то, когда нужно было в гараж пройти. А в оригинале, если не ошибаюсь, здесь нужен был какой-то ключ. И с помощью компьютера его нужно было активировать. Здесь есть что, нет? Блин, как же это эпично. А на улицу мы можем выйти? Ху-ху! Ты посмотри, уже сюда рвутся. Пиздюшата, привет! Ха-ха-ха! Опа! Shit. Опа! Опа! Блин, мне нравится, круто. Как они классно проработаны. А пули еще как прикольно в них входят, да? Ты заметил? Смотри, я ему всю бошку разнес. Даже зубы стали видны. А чего он не дохнет? Сколько ему патронов нужно в сандалии? Не? Или они такие, чисто визуально? Как вариант, кстати.
А вон туда вниз можно спуститься как-то, нет? Наверное, нет. Пока что нет. Но это же демо. Блин, вообще эпично. Гоним, ладно. Мне очень нравится. Последнее время мне прям Резидент очень сильно на душу ложится. Прям кайфую от него. Так, здесь у нас ничего. Здесь тоже. Открыто? Нет, заперто. Анимация прикольная, кстати, дверей. Пошли наверх смотреть. Надо перезарядиться. Опять ветер в ухо свистит. Правда, уже не в левое, а в правое. Ну-ка, что здесь? Ну, как всегда, пароль. Не? Ну и все. Идем дальше смотреть. Траву можно вырвать, нет? Это просто куст, да? Окей. Блин. Как же вспоминаются вот эти все старые годы, когда ты играл в Резидента. Все вот эти двухэтажные помещения с лестницами. Правда, если честно, я не очень любил зафиксированную камеру. Но что поделать. Погоди, а где проход-то, я так и не понял. Все. Вон та дверь открыта. Возможно. По крайней мере, карта показывает, что мы ее точно не проверяли. Да куда тогда? Погоди. О, патроны. Объединить. Окей. А куда, ребята? Пошли снова вниз. Окей. То ли я слепой. Нет. Ну, ножа-то у нас нету. Нету. Так, выход. Нам вот сюда, ё-моё. Серьезно? Как я мог это пропустить, а? Окей. Фига здесь сколько крови. А интересно, сейчас на нас эта кровь останется или нет? Игра, если что, я всегда, как всегда, на PlayStation 4. Так, вроде бы здесь нет ничего. А, здесь нужен рубильник, да? Ну да. Он самый. Я могу сюда войти? Нет, не могу. Блин, атмосферненько, слушай. Тихо. Кто здесь? Кто здесь? Какая падла скрипела. Вот офигеть, да? Вот тебе реально по бокам ничего не видно, за то, что ты только с помощью фонаря можешь смотреть. И это нагнетает обстановку. Это компенсирует вид от первого лица, если честно. Я справлюсь. Конечно, справишься, куда ты денешься. Я ж с тобой играю. Здесь нет ничего больше полезного, нет? Окей. Тут уже он валяется, я смотрю. Эй, мужик, ты жив? Ты, походу, обосрался, да? Штаны сзади грязные. Кого-то он увидел страшного, походу. Блин. Ну, как я понимаю, нам нужно нажать на кнопку или что? О, спасибо за патроны. Ну да, на кнопку. Это свет. Дальше куда? Так, в туалете мы с тобой не были. Окей, выходим и идем дальше. А как мы там пройдем-то, погоди? Там ж вроде прохода не было. А, удерживать. Понятно. Уговорил. Как четко, да? Смотри.
Так, пойдем-ка в туалет зайдем. Я думаю, здесь побезопаснее будет. Оп. Кто-то хотел утонуть. А вот и аптечка. Лечебный спрей, да, он самый. Медицинский раствор в виде спрея полностью восстанавливает запас здоровья. О, даже пол... Да возьми ты его, даже полностью. Инвентарь на треугольник, да? Лечение восстановления, когда вы получаете урон, индикатор вашего здоровья в нижнем левом углу меняется. От хорошего до внимания и, наконец, опасность. Если на индикаторе горит опасность, скорее используйте зеленую траву или лечебный спрей, чтобы исцелиться, пока не поздно. Окей. Как же вода шумно льется. Мне прям ухо это... Глохнет как будто. О, давайте только без кремаков, хорошо? Я уже сегодня в 7-м резиденте наорался. Пока записывал. Господи. Они, небось, все оживут. Погоди-ка, нам как раз нужно... Ага, в эту комнату. Открой, открой скорее. Где ты? Здесь? Нет. Где ты, ё-моё, падла? Здесь? Опа! Опа, опа, опа! Я тебя вытащу! Давай, давай, мужик! Помогите, пожалуйста, помогите! Дай мне руку! Держу! Давай, лезь сюда! Лезь, 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 лезь! Давай руку! Другую руку! Уху, бедняга! Держись! Нет, он уже не удержится. Ошметки еще так добирали, ребята. Вот это мясо. Хорош. А как они его так быстро порвали-то? Каким образом? Опа, это что, дневник? Блокнот офицера. Ну, давай листать. Это... Ага. Это подсказки, что ли? Лев ест кого-то. Короче, сейчас посмотрим. Ладно, когда туда вернемся. Тихо. Вернитесь в холл. Так еще забор прикольно трясется. Нормально. Тихо. Не двигаться, мать твою. Вот это круто. Не, это сейчас было не страшно, это было эпично. Это реально прикольно. И чё ты? Живой? Он еще живой. Сука. А драться я как-то могу, нет? Перезарядка. Да дверь-то зачем закрыл? Во. Теперь точно мертвый. А кто еще-то где ломится? О, нихера себе! Ты серьезно? Блин, ну его в жопу. Патрон-то у нас мало? Вообще-то. Охренеть! Бабуля! Нет, это не бабуля. Охренеть, я кашу! Ушел! Как вылезти? Как вылезти? Ребята, ушли! Они вдвоем на меня вылезли. Охренеть. Вот это атмосферно. Окей, гоним. Пока, ребята. Так, ну-ка. Давай подтвердить, использовать, изучить, объединить. Использовать. Мать твою. Резче, резче, резче. Ну же, ну же, ну же. Ну. Вылезем, нет? Ух, падла. Ушел нахер отсюда, падла. Зубастый черт. Это еще кто? Осторожно. Понял. Ху-ху. С мясом здесь все отлично. О, да ладно, ты в безопасности хотя бы на время. Спасибо. Марвин Бреннаг. Леон Кеннеди.
Там был еще один офицер, я не смог. Не смог. Давай. Даю. Уверен, ты сделал все, что мог, Леон. Но мы старались. Мы не успели. И, кстати, кто-нибудь знает, из-за чего все началось, наверное? Без понятия. Но, честно говоря, тебе нужно знать одно. Что замешкаешься, и это место... Блин, хрен успеешь прочитать, если честно. Но теперь ты здесь, Леон. Это главное. Ладно, я готов, лейтенант. А, он сейчас, небось, расшифрует эту штуку. Эллиот. Он думал, что этот секретный проход нас спасет. Хорошие новости. Мы можем достать... Нет, нет. В общем, ты субтитры пока сам почитай. Нож. Опа. Я не повторяю моих ошибок. Если увидишь одну из этих тварей, без разницы, в форме или нет, немедли. Ни секунды. Убивай или убегай, ясно? Да, сэр. Этот же негр был в первой... Ой, во второй части, да. И с ним диалога так такового не было. Ты посмотри здесь, как это все раскрутили. Круто. Это раз. Во-вторых, нож нам дают так же, как вот в седьмой части, да? Нам тоже же, получается, помощник шефа давал. Нож-то, да? Чтобы как раз открыть гараж. Выберите на экране снаряжение. Нож со временем изнашивается и ломается, когда опустеет шкала прочности. Взять на изготовку, ударить. Так, L1 и R2. Можно применить для контратаки. L1, если враг вас схватил. Но вернуть оружие можно будет только после победы. То есть, если его добить. Правильно я понимаю? Подтвердить. Окей. Жалко то, что оно, конечно, изнашивается. Так, погоди-ка. А где же этот инвентарь? А, вот он. Да, да. Но здесь непонятно, здесь, короче, баран, лев. Пойдем наверх, еще раз поднимемся. Корона. Че там еще, погоди-ка раз. Корона. Птица. Ну вот сейчас так и вышло. Или наоборот надо сделать. А где она? Погоди. А здесь ее нету. Окей. Значит, пока без этого. Значит, как-то это выясним чуть позже. Так, на паузе. 13 минут у нас с тобой осталось. Очень мало. Очень и очень мало. Давай резать. Смотрим. Надеюсь, когда полная версия игры выйдет, эти куски немного изменят. Ну да, шикарный первый день. Зато какой опыт богатый, да? Патроны мы с тобой возьмем. Потому что будет не особо-то интересно тогда проходить, если ничего не изменит. Оба, а вот тебе и травка, да? Зеленая трава. Угу. Она самая, берем. Так, здесь нет ничего? Нету. Дождик так атмосферно льется, если честно. Опа-на. Но сейчас опять, да, начнут нападать козлы? Что у нас там по карте? Говорит птица 73. Вытащить вас. Лечу на восток. Реке. Сяду на участок. Минуту. Повторяю, сяду. Нормально. Это он как так туда залез-то? Голодный был, наверное. Твоя рация, да? Хм.
Да, его рация. Что? О, вот это круто! Ха-ха, ты посмотри, какая проработка мяса. Мне нравится, зачет. А что? Ну кто-то там, значит, шастает. Ага, а что с окном можно сделать? Погоди, что-то я не понял. Давай, может, туда не пойдем? А, тихо, сука! Мать твою! Башка, прикинь, порвалась, он же на рту висел. Ага. А, нифига себе, это знак клевера. Там был знак другой немножко, синий. Тихо. Мать твою. Ху-ху, а здесь окно открыто. Нормально. Не продует, нет? Нет. А почему мы можем взаимодействовать с этими окнами? Я вот что не пойму. Сейчас какой-нибудь скримак вылезет. Бугага. Ху! Привет, дорогая. Она сейчас проломит его. Это уже я видел. Ну пока... Да, проломила. Окей. Давай вот так, на безопасное расстояние. Потанцуем? Лежать, сучка. Лежать, сказал. Фига, я ей руку отрезал, ты видел? Я ей руки отрезал. Нормально здесь детализация, мне нравится. А голову дайте отрежу, слышишь? А как проверить, сдохла она или нет? Вроде все. Патроны сэкономили, смотри-ка. Я ей ногу отрезал, и две руки. Шашлык заказывали? Тут есть что полезно, нет? Пока вроде бы нет. Тихонечко. Это что такое? Карта доступа. Окей, это значит надо уже компьютер дотопать. Ну да. Так, это мы где? Командный пункт. Хорошо, что все на русском языке. Вот это мне вообще нравится. Так что, допустим, сейчас же есть тоже старые версии этой игры. И для плойки они... На английском. Отчет о событиях. 25 сентября. Переоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданных крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы. Давай, короче, я не буду читать, а что это будет время тратить. Я тебе так вот их пролистаю, а ты потом сам все это дочитаешь. Потому что реально времени нет все это читать. Опа, а вот и наша карта. Окей, вообще отлично. Так, это можно наверх, как я понимаю, да, залезть? А тут? Понятно. Нам, значит, с тобой наверх. Как я понял, желтый цвет это символизирующий к дороге. То есть, чтобы куда-то было, можно было пройти. Тихо. Он один, надеюсь. То есть, еще вот этот встанет, нет? Опа, опять патроны. Нож-то быстро изнашивается, ты видел, нет? Его шкалу-то. Жирный. Чё, содовую не даю, да? Опа. Опа. И упал. Да он живой. Почикаю тебя, падло. На колбасочку. Будешь у меня хот-догом. Да не, он сдох, наверное. Ты посмотри, какая детализация, реально. Окей. Здесь чисто, значит, да, я как понимаю? Надеюсь, это падла не встанет больше. Кто-то рычит. Кто-то рычит. Заперто. Ты живой? Кто ему руку съел, а? Давайте, признавайтесь. Блин, ну-ка, а здесь что? Блин, офигеть, и там он еще один ломится. Да охренеть их здесь народу, ты посмотри. Я могу? Да, и здесь. Офигеть, сколько путей. Нормально. Мне это однозначно нравится.
Да офигеть. Стоп. А комната хранения. И там... Что еще у нас? Мужик, ты живой? Опа. Порох. Отлично. Здесь что? Использование пороха. Так, давай ты читай. А я пойду дальше. Да, тихо! Сука. Да, конечно. Ага, нападешь. Сука. Охрен, да? Готов? Готов. Ножик мой отдал. Он уже все на пределе, этот ножик. Что там у нас по жизни? Все хорошо. Здесь кто-то есть. Отчет об операции. Так, это ты пролистаешь по паузе. Привет. Ты голодный? Вроде бы нет. Опа. Да, весело. И пароль от сейфа мы тоже не знаем. Офигеть, сколько здесь всяких головоломок этих. Да кто рычит-то, я не пойму. Тут же нет никого. Кто? Где? Сучок. Где падла? Признавайся. Наверное, за дверью, нет? Но здесь реально никого нету. По крайней мере, я никого не... О! Проснулся дядя. Чё, куда пошел-то? Я здесь. Хайоу. Тебе помочь? Падай. Во. А теперь делаем вот так. Лежать, сучок. Вроде все. Давай перезарядимся. Так, найти три медальона. Да ты заманаешься их искать-то, эти все медальоны-то. Погоди-ка, мы в какой комнате? В нужной, да? В ту комнату нам не пройти. Окей, пошли дальше. Сука, встал, да? Да, патроны, конечно. Ножик, сука, ножик сломался. Слышь ты, гном. На колени. Сказал на колени. Патрон-то нет нифига. Осталось 10 штук всего. У копа вообще должны быть патроны при себе, если чё так. Кто? Кто пищит? Какая падла. Записка о пульте в кладовой. Так, это понятно. Ага. Снаряжение на никто не даст. У-ху-ху. Привет, дорогой. Я ж тебя вроде убил. Не? Какие они живучие здесь, ты посмотри, сколько патрон. Надо в голову засандалить, чтобы они... Ножик. Порох. Так, погоди-ка, это тебе нужно номер этой назвать, да, правильно? 203-й. И здесь что у нас? Да, 203-й. Здесь дробовик вообще. Ну, дробовик, я думаю, нам просто так не дадут. Оно? Ха! Да, дробовик дали, ты посмотри. Мое. Я забираю. Со всеми почестями. Да, да, бери. Куда ты? Отлично. 4 патрона. Так, тогда нам лучше на самом деле взять патроны для дробовика. Это... Там ходят. Это у нас какая ячейка, погоди? 203-я, это сумка. Давай сумку возьмем, чтобы можно было больше вещей таскать.
Надеюсь, это так работает. Я просто не понимаю пока что. Я не читал. А где двойка-то? Понятно. Здесь, наверное, надо даже будет кнопки находить. 2 и 3 не работает. Весело, мать вашу. Это значит 109. Это что такое? Это я не знаю, что такое. 109. И 103. 103 тогда давай. Нет. 109, да. Трешки-то нету. Опен. Отлично. Как все это классно продумали. Ты посмотри, серьезно. Ты че ты все рыпаешься, гнида? Ну, окей. Че, проверим дробовик? Давай, вылезай, щусенок. Опа. А чё, не сломаешь, да? Железное? А чё такое? Чё это такое? Деревянные доски. Прочные доски, которые можно заколотить у окна. Ого, отличное средство защиты от всякого отребья. Да это ж вообще шикарно. Погоди-ка, успею, не успею? Успею. Использовать. Все, что чё. Сиди там, не рыпайся. А здесь должна быть сейф-рум. Вот здесь вот. Да? Память-то есть немножко. Я просто играл, но я не проходил. Все, да? Благодарим за игру. Ну что? Блин, мало чего мы с тобой успели посмотреть. Из-за того, что я пробегал много на втором этаже. Минуты 2-3. Могли бы чуть-чуть дальше дойти. В целом, реально, игрушка мне нравится. Я не проходил полностью ни первую, ни вторую и ни третью часть. Я в них только играл. И то, когда был мелким пиздюком. Но атмосфера реально передается. Блин, когда она выйдет, мы с тобой обязательно на моем канале ее пройдем от начала до конца. 100%. И, кстати, да. Первая серия выйдет в день ее релиза. Если что так. Спасибо, что смотрел. В целом, говорю, я доволен. Демка очень классная. Можно прям как-то ее поспидранить. Каждый сам для себя. Если у тебя есть плойка, например, или Xbox. Потому что, мне кажется, для компа демку не выпускали. Ну, спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Пока-пока. Увидимся 25 числа в этой же игре. В продолжении и в самом ее начале. Пока-пока. We'll be right back.